ла-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 
нет сахарку-то в чае? Нет. Ну, а там яички, перчик, соль. Кончились, Коля. Е-мое. Новый год. Миллениум. Ни перца, ни соли. Есть, да не про твою честь, как говорится. По труду и пайка, кто не работает, тот не ест. Ну не начинай, бабушка. Гнилая шутка-то. Что я, Марья Гавриловна? Зарплату, что ли, в дом не ношу? Да твоей зарплаты, красавчик, хватает нам с Дашей только на туалетную бумагу. Бабуля, я хожу на работе. Да, ругаться не хочется. Все-таки Новый год. А вообще надо меньше в сортир ходить и бумагу драть. Он бесплатные газеты в ящик распихивает. Коля. Не надо, Коля! Что? Что ты сказал? Дуся, уйми своего мужа, иначе я за себя не отвечаю! Ой, да хватит, Дуся! И что вы сделаете, а? Что делаете против нас с Макаровым, а? Какое счастье, а? Какое счастье, что я Новый год буду праздновать вдали от своего любимого дома, от родных берез, с приятными молодыми людьми. Да, папа, да. Пускай они черные, они мне приятны. Где чай, бабуля, подают с сахаром? И из еды, кроме перца, что-нибудь найдется. Да я тоже, внученька, не собираюсь встречать миллениум, 2000 год, под одной елкой с сумасшедшим, вооруженным табельным пистолетом, лузером, говоря по-английски, неудачником. Ничего, вы за меня не переживайте. Справлю как-нибудь Новый год с телевизионной программой. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова и я, Смолодцов, и наша традиционная рубрика «Интересный собеседник без абажура». Я хочу вам сегодня представить американского подданного филантропа, миллионера Гарри Катца, в прошлом выходца из России. Здравствуйте, Гарри Абрамович, хочется вам задать вопрос. Как вы будете отмечать новогодние праздники? Какая все-таки природа. Новый год я буду встречать в простой российской семье. Адрес, который мне дал мой компьютер. Это часть моей новой гуманитарной программы. Человек человеку др. Вот. Встретив Новый год, я подарю этой семье один из своих многочисленных миллионов. Ведь я миллионер. Я думаю, что интересует не только меня, но и наших многочисленных телезрителей. Что же это за счастливая семья, на которую упал, так сказать, ваш указывающий перст? Ты снимал, я смеялся, не в микрофон. Какая все-таки природа. Это простая русская семья Рыловых, вот, живущая по адресу улицы Красных, армянских партизан, дом 13, а квартира 157. Позвонившись в квартиру в канун Нового года, на вопрос «Кто там?», я отвечу традиционное русское, на грамм 100. На вопрос «Там кто?», я отвечу традиционное наше «Конь в пальто». Пускай это будет нашим маленьким паролем для встреч. Я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что Новый год мы все-таки будем встречать вместе. Кто за это предложение? А Николай, кстати, может отказаться. Николай, ты можешь отказаться. Нам больше достанется. Ну что за что? Ва! Видели? Все букет. Между прочим, я единственный, кто собирался Новый год дома отмечать. Вот, поэтому давайте, улепетывайте отсюда. Уж как-нибудь этого Куца, как его, Каца, я сам здесь встречу. А давайте не будем ссориться хотя бы сейчас. Давай. Ведь вспомните, Кац говорил, что он даст миллион долларов только дружной семье. Да здесь наплевать он всем. Дружный, но нищий. Так, предлагаю срочно заняться нашим имиджем, чтобы понравиться нашему электорату.
Чего? А то, что выглядеть мы должны убогими, нищими, чтобы вызывать сострадание и жалость, чтобы нам этот миллиончик все-таки подарили. Уясним для себя, что будем делать и говорить, когда придет миллионер Кац. Во-первых, мы знаем, когда он придет, кто там 100 грамм. Там кто конь в пальто. Выходит на встречу Дуся, выносит соль. Нету хлеба с солью. Что выносит делать? Соль с пряником. Старый русский обычай. Ну, он спрашивает. А что с вашими ногами, офицер, спрашивает он. Папу. Папы. Что с вашими ногами, офицер, он спрашивает. А папа, ты отвечаешь, Коля, им... Бандитские пули? Бандитские. Попал под бандитские пули. Тогда он спрашивает, гражданочка, а что с вашей головой? А ты ему говоришь, кирпич на голову упал. А? Кирпич на голову. А я что, бабушка? Ну, теперь ты, внуча, ну, красоту ничем не испортишь. Ну, скажем, инвалид детства. Прогрессирующая красота. Прогрессирующая красота. Ну, а я скажу, что в горячем цеху обожгла руки. Все понятно? А. Это, наверное, он быстрее. Да, ты все... У меня не получится. Да получится, получится. Кто там? Кто там? 100 грамм. Там кто? Конь в пальто. Как репетировали? Как репетировали? Давай. Да. Я веселый Дед Мороз. Я подарки вам принес. Дай вам Бог здоровья. Спасибо большое. Явки глуху. Что с тобой, Коля? Настреляли в меня враги, отстреливался, контузило разрывной, полмозга нет, ноги отказывают. А с тобой, Дуся? Мне кирпич на голову упал, шандарахнуло. А я инвалид детства. Ну, красота прогрессирующая. А я обожгла руки в горячем цеху. И скушайте соли с пряничком, больше ничего в доме нет. Ё-моё, еще ж вчера все нормально было. Иван Данилович, товарищ полковник, вы что ли, а? Я, конечно. Главное дело, хотел сделать сюрприз вам. Подарок, ну, с Новым годом поздравить. Жалко ноги твои, Николай. Хотел тебя в гаишники перевести, теперь-то понятно, уже нельзя. Ну что, Иван Данилович, да с ногами-то все нормально, это я так, типа, в присядку, а так хоть час на боевой пост, а? С палкой, раз, раз. Так, тихо, Иван Данилович, я вам сейчас все объясню. Да, ну и дела. Вот что, ребята, я вам скажу. Новый год будем встречать вместе. Я сейчас только за Зиной, за женой своей сбегаю. Все, баста. Что касается меня, мне эта идея отвратительна. Я в конце концов офицер, я мужик. Ой-ой-ой-ой-ой, знаю я, какой ты мужик. Папа, ты только о себе думал всегда. Да то, что мы... И многого добился в жизнь. Дуся, что ты, а? Да ладно вам, девочки, отпустим неудачника. А пусть этот лузер встречает Новый год на посту и постится там всю оставшуюся жизнь. Не дорать перед соседями стыдно и так. Я вам вот что скажу. Кто там? 100 грамм. Там кто? Конь в пальто. Это он, это как репетировал. Разыгралась пурга и рассыпали снега. Снова Дедушка Мороз все подарочки принес. Ох, ох, сяду, посижу, на ребяток погляжу. А кто стихи песни знает, пусть дедуля прочитает.
у меня отказали ноги. То были бандитские пули. Вот. А дочь инвалид детства. Она детства не садилась на велик. Я обожгла руки, когда закаляла сталь. А я разбила голову о красный летящий кирпич. Квадратный такой. У нас нету денег, мы несколько дней голодаем. Да, но мы живем очень дружно. Ты рад и приходу гостей. Да, много я семеек видел, но такого чего-то не припомню. Распишитесь-ка вот здесь, в наряде. Че это еще за наряд, я не понял, а? Наряд для выполнения культурно-просветительских услуг от нашего дома быта. Так вас зовут не Гарри Кац? Не, Борис Бранштейн. Знаете, я лучше-ка пойду от греха подальше. От греха подальше. Так, ну, Дуся, с меня хватит. Как хотите, а я Новый год лично буду праздновать в другом месте. Слава Богу, кое-что в заначках имеется на такой праздник. Вот. Кто там? 100 грамм. Там кто? Конь в пальто. Бабушка, это он, а? Мегатарица. Я, это я. Иван Данилович, проходите. Проходите, товарищ полковник, и сразу же включайтесь в нашу игру. У нас как раз роль хромого дегенерата освободилась. Коля бастует. Ха, ему, оказывается, американские доллары не нужны. У него своих заначек хватает. Сейчас. Зина, проходи, что ты там мнешься уже? Че? Здрасте. Хорошо, что Зиночка пришла. Тише, соседи услышат. Давай. Кто там? Программ. Там кто? Кой в пальто. Господи. Джингл бэн, джингл бэн, джингл бэн, джингл бэн, джингл бэн, джингл бэн, джингл бэн. Здравствуйте. Я представляю собой службу информации и статистики. Я хочу задать всего один вопрос. Вы за кого голосовали? За Николаева или за Кукушкина? За Кукушкина, конечно же. А почему? Николаев же он это... не прошел медицинского освидетельствования. Хотя Кукушкин тоже, но с этими болезнями можно. Спасибо. До свидания. Браво, Иван Данилович, браво. Вы нас всех прикрыли. Надоело. Фу. Давай. Кто там? Грамм 100. Там кто? Конь в пальто. Еще, наверное, миллионеры пришли табуном. Рыловы. Рыловы мы, инвалиды. А я Гарри Кац, миллионер. Я буду встречать с вами Новый год. Давайте веселиться. Простите. Я хочу, чтобы мы новогодние праздники, торжества встречали вместе. А ничто так не сплачивает и не сближает людей, как совместная работа, веселая и задорная. Поэтому я хочу, чтобы мы прямо в этой комнате, не сходя, так сказать, с места, сделали веселое новогоднее шоу. Именно сюда, чуть позже, и подтянется телевидение. Я думаю, что все согласны, да? Да, да, конечно. Я волен. Попробовали мы отказаться. Ну, что это? Тогда каждому участнику нашего шоу по 250 тысяч долларов. Окей? Окей, окей. Итак, тогда это чистое, просторное,
скромно уставленная комната напоминает, думаю, нам зимнюю сказку. Заснеженный бор, а вы все обитатели этой зимней сказки, зверюшки, лесные братья, коровки, кролики, волчата, лисята, бурундучки и скунсы. Вы все начинаете веселиться в преддверии новогоднего торжества. Итак, я думаю, что отсчет уже дан. Я считаю, что начали. Что браво, но вот с вами, дорогая жучка, мне придется поработать отдельно, ведь у вас здесь есть свободная комната. Конечно, есть, но... Но ведь вы хотите получить после новогоднего шоу, освещенного в средствах массовой информации, много денег. Да, конечно. Тогда я настоятельно рекомендую вам проследовать за мной. За мной. Настоятельно и за мной. Что-то я не очень понял-то, а? Что это репетиции такие, а? Какие-то необычные, а? Я пойду-ка разберусь, а? Я тебе пойду! Я тебе пойду! Честное слово. Хочешь всех нас подставить, как всегда? Не говори. Лучше бы решил, куда ты будешь тратить 250 тысяч долларов. Никакой фантазии же нет. Дочери бы отдам. А что мы остановились, а? Что мы стоим, бездействуем? Зверюшки продолжают веселиться. Отмечать Новый год в преддверии следующего, не побоюсь этого слова, миллениума. Давайте, давайте, улыбки на мордочке и начали. Стоп, 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 стопоньки. Неплохо, но... Я считаю, что мне надо порепетировать с вами, индивидуально и очень плотно, а также с вами один раз, то есть с киской и коровкой. И я напоминаю, что ставки растут, и каждому участнику шоу уже по 500 тысяч долларов. Поэтому давайте не будем пререкаться, проследуем за мной, за мной. Как надо. Вон, Данил, чего стоит-то, а? Может, он там-то их того? Не знаю чего. Чего стоять-то, а? Коля, поверь, у меня на службе и не такое бывало. Только за это не платили тогда по 500 тысяч долларов. Возьми себя в руки. Да ну чего такое? Ну чего ж такое-то, ё-моё? Да ладно, на, ну, укуси чё? Мне локоть, да, от досады. Да ну перестань-то, ну... Почему мы остановились, а? Почему не продолжается наше новогоднее шоу? Я бы сказал, шоу must go on. Поэтому начали, начали. А ну-ка стоп, я считаю, что стоп. Я вижу, что у вас... Че? Практически не идет образ новогодней обезьяны. Поэтому я хотел бы поработать именно с вами, плотно и индивидуально. Поэтому проследуем за мной. Тем более, что ставки растут. Каждому участнику новогоднего шоу уже по 1 миллиону долларов Соединенных Штатов Америки.
Так что я это... Коля, это как? $1,000,000. Какая может это, а? Папа, ты что? Товарищ будущий миллионер, не кокетничайте. А давайте я вместо него. У меня что-то не идет роль лисички. Нет, нет. У вас получается все великолепно. Вы в нашем шоу практически прима. К тому же я бы хотел именно с обезьянкой. Дусь, веревочка порвется. Потом узелок-то останется. Ну, пойду я. Только если это, репетиция. Что ты делаешь? Вы неблагодарные свиньи. Если вы не хотите то, что предлагаю вам я, вы будете сосать на лапу. А я вам денег больше не дам. Вы как жили в дерьме, так в дерьме и останетесь. И празднуйте Новый год, мерзкий, коровы и барсуки, в том, в чем вы праздновали его всегда. Это, вы меня это... Извините, что, может, не так сделал, но правда... Не сдержался. Ну, спасибо, зятек. Спасибо, хозяин семьи. Сам пропадай и семью убивай, да? Из-за тебя мы теперь все нищие. Все нищие! Ох ты! Так это самое-то, я ж, может, Дашь, я, может, с непривычки так, а чё это не то сделал, а? Папа, папа, вы меня извините, но я пойду встречать Новый год корабом в общежитии. Отец. Даша, ну ё-моё, я ж... Ты подлец, Рылов. Я всю жизнь проспала со скотиной. Дуся, ну ведь он же, я ж офицер, да ё-моё, а? Зина, марш из этого дома. Весь век. Вот что, Рылов, я тебе скажу. У нас в разведке это называлось предательство. Никогда тебе не стать капитаном. Это я тебе обещаю. Я полковник Заточный. Товарищ полковник, ну, ё-моё, я ж там как... Да блин, ну что, ну встретили Новый год-то, а? Ах ты, ну что... Дуся. О, здравствуйте. Я хотел спросить, так как предыдущие листы потерял, вы за кого все-таки голосовали? За Николаева или за Кукушкина? Я голосовал за Гарри Каца. Миллионеров с детства ненавижу. С Новым годом!